Друзья, всем привет! Небольшой ролик хотел записать. Обращение преимущественно к мужчинам, которые не воспринимают Елену. Пишут, что как учительница в школе там, какая грубиянка, баба, палец в рот не клади. Ну, во-первых, вы не ее стоматолог, чтобы пальцы ей в рот класть. Во-вторых, по всей видимости, это вас говорят какие-то ваши детские комплексы, когда вас учительница в школе ругала. Да, она такая, она рисковата где-то, но нельзя не признать, что умна. И те фразы, когда говорят, что жалко Сашку, не повезло ему с женщиной. Ребята, с женщиной Сашке повезло. Редко так везет Сашкам и всем остальным, с женщинами, как мне. Человек, который имеет свою точку зрения, с ним есть о чем поговорить. Именно такой человек способен двигать мужчину, развиваться, двигаться по жизни, что-то предпринимать, что-то делать. Ну и как гласит народная мудрость, мужчины правят миром, а мужчинами женщины. Так что, ребята, какая женщина с тобой, ну, с мужчиной, такой и мужчина. А если кому-то нравятся мягкотелые амебы, которых превалирующее большинство, никого не хочу обидеть, живите ради Бога, кто вам запрещает. Еще мне нравятся такие высказывания, типа, я бы с такой жить не стал. Ребята, да такие женщины сами решают, с кем им жить. А не вы нифига, понимаете? Вы бы, может быть, и хотели бы, только они, такие женщины, бы с вами жить не стали. Я, вы знаете, сколько не смотрел всяких других каналов, вот, ну, никогда гадости не писал. Ну вот, знаете, даже если не согласен с автором, ну вот что-то, если конструктивно по какому-то вопросу, да, но на личности не переходил никогда. Я бы не стал там писать, что и меня от вас тошнит, автор канала. Ну просто бы из-за... Я человека близко не знаю, из уважения какого-то, больше к себе даже, что вот такого говна я не выливаю ни на кого. Ну как бы... Смотрите сами. А в деревне, именно вот с такой женщиной можно как-то прожить. А ни рыбы, ни мяса вряд ли. Еще такой момент, значит, в комментариях частенько встречаются такие вещи, что типа вот, баба ничего не делает, только снимает, как мужик работает. Ну, это я цитирую бабу, да, но давайте будем корректными, женщина. Женщина, значит, ничего не делает, только снимает, как мужик работает. Вот те, кто себя мужиками называет, да, у кого что-то между ног болтается, вы, если человек разумный, понимаете, должны понимать, по крайней мере, что у женщины в разы больше обязанностей и работы, особенно в деревне. Это дом, хозяйство, ребенок, уборка, готовка. Те вещи, от которых, ну, которые в параллели идут, они обязательны, они в параллели идут с другими работами. Так как вы можете говорить такое, да, про женщин, ну, про своих даже, кто живет в деревне, вы что, не видите, что, ребят, нам сильно повезло, что мы мальчики? Да, мы там пошли, постучали, что-то покормили, притащили, пришли на диван, сели перед компьютером, и красота там, да, отлично. А вокруг вас еще бегают до поздней ночи. Ну, это же очевидно. У женщин больше дел по хозяйству, особенно в деревне. Ну и в городе тоже. Так что вот эти вот альфа-самцы, да, там домостроевцы, которые строят из себя такого орангутанга, который сидит на бочке, вывалил свое хозяйство, и типа, значит, бегать ее в Таиланде такие вот картины я наблюдал, значит, и вокруг него там мартышки носятся. Ну, обычно это амбиции, ничем не подкрепленные, людей, у которых в руках говно ржавеет, и не более того, как бы, ну, не знаю, как бы, я еще раз говорю, не нравится вам, не смотрите,
Ну, вот даже так, знаете, писать, вот, ну, я по себе сужу, никогда бы не стал. Не знаю, зачем это делают. Обидеть хотите? Кого? Ну, состоявшиеся все люди прекрасно понимают, чего они стоят в этой жизни. Но это все равно неприятно. Я смотрю по Елене, она немного расстраивается, когда читает там всякие такие комментарии. Обижайте меня, мне вообще пофигу. Ну, хорошо, договорились? Надеюсь на взаимное понимание. И еще раз повторю, не хотел никого обидеть. Все, спасибо, всем пока.